Добрый день, дорогие друзья! Вы на волнах альтернативного блоговидения. С вами Андрей Курейчик. Спасибо всем, кто помогает, ставит лайки, комментирует, подписывается. Нас должно стать 46 700 на пике. И тогда я начну ваше перевоспитание. Ну что, у нас такая новость. Александр Григорьевич начинает новую масштабную кампанию. И на этот раз, друзья мои, не просто так, а кампанию по борьбе со шпионажем и вредительством. Да-да, Лукашенко наконец нашел тех мерзавцев, которые шпионят и вредят нашему государству в экономике. В ходе приема главы Минпрома Петра Пархомчика и вице-премьера Юрия Назарова Александр Лукашенко рассказал о шпионах, ни много ни мало, о шпионах, которые работают, знаете на кого, друзья? На спецслужбы Запада. Цитирую. «Я знаю, вы в правительстве приняли ряд решений по минимизации воздействия санкций на нашу экономику». Ну, то есть придумали всякие там жульнические схемы, как уводить товары из-под санкций, да, и предприятия из-под санкций, там, путем всяких хитрых договоров, подмены, я так думаю, накладных и всякой такой лабуды. Но посмотрите на своих сотрудников на предприятиях. «У меня есть информация», — заявил человек, рожденный президентом, «что мерзавцев несколько там еще кое-где остались, и они ставят перед собой цель, знаете какую, проинформировать коллективный Запад о том, как Пархомчик с Назаровым пытаются обойти санкции». Коллективный Запад хотят проинформировать. Вот знать бы, что это такое коллективный Запад только. То есть, куда там писать это? Что, коллективный Запад, собака, gmail.com? Это, ну, кому писать на коллективный Запад? Кому звонить? Есть какой-то, может, секретный номер коллективного Запада? Какой-то горячая линия коллективного Запада? Или индивидуального Запада? Что это такое? Но, тем не менее, вот находят некоторые мерзавцы возможность проинформировать именно коллективный Запад. Именно коллективный Запад. «Шпионят фактически», заявил Лукашенко, «и сдают информацию туда». Он заявил, что нескольких таких мы выявили, сядут и надолго, но, тем не менее, мы их должны видеть. Единицы, но еще остались, и это не просто люди, которые высказывают свою гражданскую позицию. Нет, конечно, это не такие люди. Это люди, которые осознанно за деньги спецслужб Запада вредят нашей экономике, а равно и нашему государству. Друзья мои, вредители, вредители за деньги спецслужб Запада завелись на нашей земле. Ну, кампания очень важная, очень такая волнующая, но я скажу, немножко не новая, потому что где-то я про это слышал. И я все пытаюсь вспомнить, кто же еще начинал такую кампанию, вспомнил. Учитель, я думаю, по многим делам нашего Александра Григорьевича начинал такую же кампанию. Человек, подаривший нам праздник народного единства, а именно Иосиф Виссарионович Сталин. И не только праздник народного единства, еще и флаг. Флаг нынешний. Иосиф Виссарионович Сталин. Оказывается, именно он 100 лет назад, господи, прошло 100 лет, уже практически начинал первые кампании по борьбе с вредительством и шпионажем, которые вылились в совершенно замечательную чистку в СССР. Ну, смотрите, первое, я хочу, такое дело случилось в городе Шахты, так называемое шахтинское дело, официально называвшееся делом об экономической контрреволюции в Донбассе. Тогда на скамье подсудимых оказались 53 инженера и руководящих работника. Их обвинили в умышленном вредительстве, вот ровно то же самое. Умышленное вредительство. Кстати, давно пора ввести такую статью в Уголовный кодекс, куда смотрит Андрей Швед. За что же будем судить вот этих, которые сдают информацию про обход санкций? Конечно, надо ввести статью вредительства обязательно, с огромными сроками, лучше расстрелом. Потому что во времена Сталина 11 человек на этом шахтинском деле были приговорены к расстрелу. И очень правильно, к расстрелу, видите.
Да, 10, а сколько там, 6 получили 10 лет тюрьмы. Впрочем, даже 4 человека было оправдано. Ну, у нас таких осечек не бывает. У нас таких осечек не бывает. Шахтинское дело широко освещалось в печати. И в 29 году компания по борьбе с вредительством приобрела новое качество. АГПУ заподозрила, что деятельность многочисленных вредительских организаций на местах контролируется каким-то единым центром. Друзья мои, ну как нам это знакомо? Конечно, коллективный Запад, он контролирует все вредительство на местах. И вот предполагалось, что ставленники этого центра находятся в центральных хозяйственных органах, в рядах интеллигенции, о, те еще вредители, и даже военных. И в 29-30 году АГПУ был разоблачен целый ряд таких групп, которые, одна, первая была промпартия. Промпартия занималась вредительством в разных отраслях промышленности и на транспорте. Ужасно, ужасно. Вот. Естественно, там всех порастреливали. Вот. Потом появилась трудовая крестьянская партия, тоже ячейка такая вредителей. Те уже, значит, в сельском хозяйстве осуществляли саботаж. Тоже нам знакомо, какой у нас урожай картошки, какой у нас урожай зерновых, наверняка там вредители, вредители. Вот. Затем 31 год, процесс Союзного бюро ЦК РСДРП, еще одной мнимой контрреволюционной организации, которая обвинялись в организации вредительства в народном хозяйстве. Понимаете? В народном хозяйстве. Вот. И вот там пошло. 23 тысячи врагов советской власти было по этим вредительским делам осуждено. В 30-31 году почти половина инженеров Донбасса была уволена или арестована. Потрясающе. В одном только секторе транспорта в первом квартале 31 года были разоблачены 4500 специалистов-саботажников. Так что есть куда расти. Есть куда расти, друзья мои. Мне кажется, что Александр Григорьевич начинает большое интересное дело шпионов и вредителей. Это замечательно. Я покажу даже вам, как это было. Как это было, смотрите, вот видите, какие потрясающие плакаты тех времен мы видим. Вот контрреволюционер, вредитель, борьба с ним. Да, вот, вот это. Пятилетку не сорвать, обломаем лапы вредителям и интервентам. Ну, по-моему, можно брать прямо сразу сейчас на ГосТВ, везде, а и в Минскую правду. Там даже, видите, нарисовать ничего придумать не надо, все уже нарисовано до вас. В 30-е годы. Так, что еще тут такое интересное? Смотрим. Да, смерть вредителям. Вот, вот правильный лозунг. Смотрите, дети какие счастливые. Прямо как на вот этом собрании, где День народного единства рассказывали, что в начале войны мы молодцы. Все такие, молодцы, Беларусь. Вот, смерть вредителям. Прекрасный лозунг. Должен пойти в белорусские школы, зайти только так. Эти все проходили. Все проходили. Вот. Очистим советский аппарат от чуждого пролетариату элемента. Ну, от вредителей, естественно. Замечательно. Замечательно. Так что, друзья мои, возврат в 30-е годы у нас не только по праздникам, у нас не только в плане, значит, эстетики и всего остального. Видите, начинаем большую борьбу с шпионами, вредителями, заговорами, коллективным Западом. Далеко зайдем. А еще говорят, история не повторяется. Иногда прекрасно повторяется. Страшно звучит, но очень неплохо повторяется. Да, ждем уже окончательное превращение, так сказать, Беларуси 21 века в СССР 30-х годов 20-го. Походу, оно уже совсем не за горами. Спасибо всем, кто смотрит, поддерживает канал. Это был Андрей Курильчик.